Кораблинским следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Сараевского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, утром 17 сентября 2019 года между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, в доме обвиняемого в селе Витуша Сараевского района произошла ссора. В ходе ссоры мужчина ударил свою женщину кулаком в живот. С травмой живота потерпевшая была госпитализирована в больницу, где на следующий день скончалась от полученных телесных повреждений. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».